почему вы о нем спросили? Это страшный человек. Страшный? А вы что, его боитесь? Я? Нет. Понимаете, Боря рос без отца. Это Ян Карлович сделал его таким. Я знаю, я уверен в этом. Лидия Леонид, выслушайте меня внимательно. Я ознакомился с делом вашего брата. Тогда Подникс удалось выкрутиться, разве будет справедливо? Если ему удастся искалечить еще чью-то жизнь. Ну что же вы от меня хотите? Он, без сомнения, опытен и осторожен. А надо как-то войти с ним в контакт. Он всегда любил драгоценности и женщин. Вы не могли бы порекомендовать ему по знакомству одну пациентку? Дело в том, что к Подниксу в институт записывается за месяц вперед. Моя рекомендация может испортить вам все дело. Лидия Леонидовна. Ну, хорошо. Я найду, кто мог бы порекомендовать ему.